Современный Ульяновск и исторический Симбирск в одном месте. В центре Ульяновска появится новое пространство для гостей региона и самих жителей. Арку «Связь времен» расписывают в гостинице «Рэдисон». Проект получил федеральное финансирование и вошел в национальный туристический маршрут «Дворянин на Волге». Как раз наша локация с использованием нашей вот этой арки такого и хорошего, мы уже теперь называем его, иностранных нет локаций, это Симбирский дворик, у нас, и вот этот Симбирский дворик, он начинается с прекрасной арочной конструкции, и вот на этом нашем там Симбирском туннеле, мы изобразили, прошлый век, и век текущий. Арка позволит максимально быстро и удобно ознакомиться с основными знаковыми для города объектами посредством изучения росписи стен и прослушивания аудиоэкскурсий. На все элементы росписи нанесены QR-коды, при переходе по которым гости смогут узнать историю каждого элемента. На стенах будут прорисованы фигуры известных земляков, которые прославляют наш край. К слову сказать, одна фигура уже появилась. Более того, к ней приложил руку изображенный на стене художник. Никас Сафронов специально приезжал в Ульяновск и сам прорисовал свой силуэт. Авторы проекта сказали, что на противоположной стороне должно появиться изображение народного художника СССР Аркадия Пластова. А вот ресторанный дворик полностью поменяет концепцию. Он будет посвящен исключительно симбирской кухне. И мы подняли очень много материалов, архивных материалов, где достаточно разнообразное меню, которое подавалось раньше в старом Симбирске, которые подавались на праздничных обедах, на праздничных ужинах, и взяли за основу это меню и попробовали применить его, интегрировать в ресторанные комплексы нашего региона. И многие предприниматели, кстати, откликнулись, и в том числе на базе будущего Симбирского дворика также будет интегрировано в симбирское меню. Напомним, брендовый туристский маршрут Ульяновской области «Дворянин на Волге» рекомендован к реализации Министерством культуры Российской Федерации. Тур подготовлен при участии туроператоров, краеведов и научных сотрудников региона. Маршрут проходит по Ульяновску и Преслонихе. Маршрут познакомит с тремя эпохами существования Ульяновской области. Симбирская губерния Карамзина и Гончарова, Ульяновск Володи Ульянова и современный Ульяновск. А в реализации маршрута помогает нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства». Ирина Антонова, Анатолий Рассохин, Улправда ТВ.